Грамматика. Юфа. Я еду на вокзал на Кавказ. Обратите внимание на предлоги. На вокзал. Я еду на вокзал. Очу хочеда. Предлог на. Я еду на вокзал. Я еду на Кавказ. Очу гадясо. Я еду на Кавказ. Предлог также на. Идемте в театр. Замчу хуачуянба. Чу хуачуян. Идемте в театр. Предлог в. В театр. В театр. В саду. Цай хуаюэ. В саду. Предлог в. В саду. На мосту. Цай чяшан. На мосту. Предлог на мосту. В котором часу? Дидия. В котором часу? Предлог в котором часу? В каком году? Найне. В каком году? В каком году? Предлог также в каком году? Номер два. Диар. Сравните слова «нужно» и «надо». «Нужно» «хэ» «надо» тоже «щуяо» де изэ. «Мне нужно работать». «О яо кунцзо». «Мне нужно работать». «Мне нужен этот словарь». «О щуяо джэбэн цзидиэ». «Мне нужен этот словарь». Нужен, окончание ен. Этот словарь. Мне нужен этот словарь. Мне нужны эти словари. 我需要这些词典. Нужны, это множественное число. 是复数. Мне нужны эти словари. Нужны, окончание э, эти и словари. Также окончание «и». Мне нужна была эта ручка. 是过去时. 我曾经需要这支笔. Мне нужна была эта ручка. Нужна была. Добавляется слово «была». Мне нужна была эта ручка. Мне нужны были карандаши. 我曾经需要铅笔. Мне нужны были карандаши. Карандаши – множественное число, поэтому окончание «ы» в слове «нужны» и «и» в слове «были». Мне нужны были карандаши. Мне нужны будут книги. 这是未来时. Мне нужны будут книги. 我会需要书. Мне нужны будут книги. Будут. В данном случае окончание ут. Будут. Мне нужны будут книги. Мне нужен будет паспорт. 我会需要护照. Мне нужен будет паспорт. Это мужской род. Нужен, окончание ен, нужен, будет, ед, окончание будет. Вам нужна ручка? Синдайши, нинщуябима. Вам нужна ручка? Я вам нужен? Нинщуяуа. Я вам нужен? Имеется в виду, я могу быть вам полезным. Я вам нужен? Или я могу быть вам полезным? Теперь нужно работать. 现在需要工作了. Теперь нужно работать. Нужно работать. Его другу нужна помощь. 他的朋友 需要帮助. Его другу нужна
помощь. Нужна помощь. Ей нужен свежий воздух. 她需要新鲜空气. Ей нужен свежий воздух. Свежий воздух. 新鲜空气. Ей нужен свежий воздух. 第三. Слово человек. 人. 是单数. Во множественном числе это будет люди. Люди. 复数. Человек. Люди. 5 человек. 五个人. 5 человек. Много людей. 很多人. Много людей. Упражнение. 练习. И когда приезжает группа туристов? Когда приезжает группа туристов? 旅游团什么时候过来? Когда приезжает группа туристов? Номер 2. 第二. Сколько человек в этой группе? Сколько человек в этой группе? 这个团有多少人? Сколько человек в этой группе? 三. Номер 3. В котором часу Кате надо будет быть на Ленинградском вокзале? Катя, 几点需要 到 Ленинград? 火车站. В котором часу Кате надо будет быть на Ленинградском вокзале? Кате надо будет быть. Будущее время. 未来时. Надо будет быть на Ленинградском вокзале. То есть надо будет приехать на Ленинградский вокзал. С. Номер 4. Что Катя будет показывать им? Катя будет дать им каншама. Что Катя будет показывать им? Показывать кому? Им. Показывать что? Что Катя будет им показывать? Дио, номер 5. Она тоже едет с ними на Кавказ. Катя ехает с ними идти чё гадясома. Она тоже едет с ними на Кавказ. Едет с ними. Едет вместе с ними. На Кавказ. Номер 6. Лео. Почему она не может ехать с ними на Кавказ? Почему она не может ехать с ними на Кавказ? 为什么Катя不能和他们一起去高加索? Ехать с кем-то. Ехать с ними. Окончание и в слове ними. Новые слова. 生词. Господин. 先生. Господин. Господин. Господа. 是复数. 先生们. Господа. Господа. Вход. 入口. Вход. Вход. Паспорт. 护照. Паспорт. Паспорт. Анкета. Анкета. 申请表. Анкета. Вопрос. 问题. Вопрос. Вопрос. Имя. 名字. Имя. В родительном падеже будет имени. 第二格的话, 要说 имени. Имени.
не знаю имени. Я не знаю его имени. 我不知道他的名字. Фамилия. 姓. Фамилия. Фамилия. Буква. 字母. Буква. Буква. Чернила. 黑水. 墨水. Чернила. Чернила. Нет чего. Чернил. В родительном падеже говорим чернил. Страна. Годя. Страна. Страна. Следующий. Сяйга. Следующий. Следующий. Какой у вас адрес? Какой у вас адрес? 您的地址号码. 您的地址是什么? Какой у вас адрес? Номер. 号码. Номер. 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 Профессия. 职业. Профессия. Профессия. Дети. 孩子们. Дети. Это множественное число. 是复数. 那单数怎么说? Ребенок. 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 Родственник. 亲戚. Родственник. Родственник. Советский Союз. Советский Союз. Суле. Бывший Советский Союз. Чен Суле. Бывший Советский Союз. Какого цвета? Шамьенсада. Шамьенса. Какого цвета? Какого цвета? Глаз. 眼睛 是单数. Глаз. Глаза. 是复数. Глаза. Глаза. В родительном падеже будет глаз. Нет глаз. Не вижу глаз. 第二个 说 глаз. Не вижу глаз. 看不见 眼睛. 眼睛. Волосы. 头发. Волосы. Волосы. Нет волос. В родительном падеже говорим волос. Нет волос. 没有头发. Волос. Волос. 一只头发. Когда-нибудь. 某个时间. Когда-нибудь. Когда-нибудь. Повторим слова с самого начала. Господин. Господин. Господа. Господа. Вход. Вход. Паспорт. Паспорт. Паспорта. Анкета. Вопрос. Имя. Имени. Фамилия. Буква. Чернила. Страна. Следующий. Как ваш адрес? Какой у вас адрес? Какой у вас адрес? Номер. Номер. Профессия. Профессия. Дети. Дети. Родственник. Родственник.
Советский Союз. Бывший Советский Союз. Какого цвета? Какого цвета? Глаз. Глаз. Глаза. Волосы. Волосы. Волос. Когда-нибудь. Когда-нибудь. Диалог. В гостинице. Кове. Зай дю де. Катя, кайши шоуха. Вот гостиница Москва. Пожалуйста, господа, тут вход. Вот гостиница Москва. Чё дюши? Мосока дю де. Пожалуйста, господа, тут вход. Пожалуйста, господа, тут вход. Тут. Тут вход. Алексей Николаевич говорит. Дайте мне, пожалуйста, ваши паспорта. Вот анкеты. Первый вопрос. Ваше имя, потом ваша фамилия. Дайте мне, пожалуйста, ваши паспорта. 请把护照给我. Дайте мне, пожалуйста, ваши паспорта. Паспорта. 这里是复数. Паспорта. Ваши паспорта. Вот анкеты. 这是调查表. Вот анкеты. Первый вопрос. Дигавенти. Первый вопрос. Ваше имя. Ниндамингза. Ваше имя. Потом. Рахо. Потом. Ваша фамилия. Ниндасен. Ваша фамилия. Алексей, английский турист. Английский турист говорит. Можно писать английскими буквами? Можно писать английскими буквами? 可以用英文字母填写吗? Можно писать английскими буквами? Кем, чем, творительный падеж? Английскими буквами? 用英文字母. Писать английскими буквами? 用英文字母填写. Алексей Николаевич, да, конечно, но пишите, пожалуйста, чернилами, а не карандашом. Или, да, конечно, пишите, пожалуйста, ручкой, а не карандашом. Да, конечно. Но пишите, пожалуйста, 但请用笔填写, 而不是用铅笔. Пишите, пожалуйста, ручкой, а не карандашом. Английский турист говорит, я не понимаю этого вопроса. 我不明白这个问题. Я не понимаю этого вопроса. Не понимаю, кого, что, винительный падеж. Этого вопроса. Этого вопроса. Окончание А. Алексей Николаевич, это значит, где вы живете, в каком городе, в какой стране? Это значит, если шишо, это значит, где вы живете, нин чунар, где вы живете, в каком городе, цай нэгэ чэнши, в каком городе, в какой стране, в какой стране? Английский турист говорит. Спасибо. А что значит следующий вопрос? Спасибо. Сесе. А что значит следующий вопрос? Сяйга вэнти джи шама. Что значит?
джи шама. Следующий вопрос. А что значит следующий вопрос? Сяйга вэнтхи джи шама. Алексей Николаевич, следующий вопрос. Как ваш адрес, номер дома, на какой улице вы живете? Следующий вопрос. Сяйга вэнтхи. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Как ваш адрес? Или какой у вас адрес? Какой у вас адрес? Нинда диджи. Какой у вас адрес? Номер дома. Лоуфанхао. Номер дома. На какой улице вы живете? На какой улице вы живете? Нинджузе. На条街, на какой улице вы живете? Катя говорит, а этот вопрос значит, сколько времени вы будете в России? А этот вопрос значит, сколько времени вы будете в России? Чешешо, а этот вопрос значит, сколько времени вы будете в России? Нин чунбэй зай улосы дай тодио. Сколько времени вы будете в России? Ходжа, сколько времени вы пробудете в России? Английский турист говорит, 2 недели. Это все? Вы знаете, мы очень хотим есть. Сколько еще вопросов? 2 недели. Лянчжоу. Это все? Чандешулама. Это все? Вы знаете, мы очень хотим есть. Нинчжидао. Омэнхэнсянчжифа. Мы очень хотим есть. Сколько еще вопросов? Хайо шэмэвэнтхи. Сколько еще вопросов? Сколько еще вопросов? Катя, дядя Шуа. О, только еще 10. Какая ваша профессия? Сколько у вас детей? У вас есть родственники в России? Какого цвета ваши глаза и волосы? Вы уже были когда-нибудь в России? О, только еще 10. О. Хайо шига вэнтхи. Джио шига вэнтхи. Только еще 10. У вас есть родственники в России? Какая ваша профессия? Какая ваша профессия? Нинда джие. Какая ваша профессия? Сколько у вас детей? Ниньо дига хайзе. Сколько у вас детей? У вас есть родственники в России? Нинзай лосы йо чинчима. У вас есть родственники в России? Какого цвета ваши глаза и волосы? Нинда янджин хэтхофа дэ янсэ шэшамэянда. Какого цвета ваши глаза и волосы? Вы уже были когда-нибудь в России? Вы уже были когда-нибудь в России? Давайте прочитаем этот диалог еще раз. Сначала. Вот гостиница «Москва». Пожалуйста, господа. Тут вход. Дайте мне, пожалуйста, ваши паспорта. Вот анкеты. Первый вопрос. Ваше имя. Потом ваша фамилия. Можно писать английскими буквами? Да, конечно. Но пишите, пожалуйста, чернилами, а не карандашом. Я не понимаю этого вопроса. Это значит...
Где вы живете? В каком городе? В какой стране? Спасибо. А что значит следующий вопрос? Следующий вопрос – как ваш адрес? Или какой у вас адрес? Номер дома. На какой улице вы живете? А этот вопрос – значит, сколько времени вы будете в России? А этот вопрос – значит, сколько времени вы будете в России? 2 недели. Это все? Вы знаете, мы очень хотим есть. Сколько еще вопросов? О, только еще 10. Какая ваша профессия? Сколько у вас детей? У вас есть родственники в Советском Союзе? Или у вас есть родственники в России? Какого цвета ваши глаза и волосы? Вы уже были когда-нибудь в России?